В этом месте самое вкусное эспрессо в Риме, а может быть и во всей Европе. Его варят здесь с 1938 года, а ведь итальянцы считают, что чем старше кофемашина и чем больше кофе на ней приготовлено, тем он получается вкуснее и ароматнее. Именно сюда заходил выпить чашечку эспрессо госсекретарь США Генри Киссинджер. Кафе расположено в центре Рима на площади рядом с одноименной церковью. Ее легко отличить по каменной голове оленя на крыше. В честь этого многолетнего соседства и одинакового названия голова оленя с крестом стала эмблемой этого кафе. Быть в Риме и не зайти в это место практически невозможно. Это такая же достопримечательность вечного города, как Пантеон и собор Святого Петра. Это место бывает закрыто только дважды в году – на католическое Рождество 25 декабря и 15 августа в Успение Богородицы. Это кофейня Сант-Эустакио.